Касым-Жомарт Токаев вышел из рядов партии «Аманат». Президент больше не является председателем этой политической организации. Теперь партию власти возглавляет спикер Мажилиса парламента Ерлан Кушанов. Его кандидатуру предложил сам глава государства на внеочередном съезде. Кроме того, в состав «Аманат» вошла партия «Адал». Подробности у Далины Осиповой. Он обещал и сдержал слово. Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде партии «Аманат» заявил, что уходит из политической ячейки. Глава государства должен быть беспартийным. Об этом он говорил в своем послании в марте. Готовятся поправки в Конституцию, которые поспособствуют усилению парламента. Касым-Жомарт Токаев уверен в том, что после изменений будут появляться новые партии, а действующие начнут перестраивать свою деятельность в соответствии с актуальными веяниями и требованиями граждан. Партия «Аманат», по словам президента, будет принимать непосредственное участие в реализации всех актуальных задач. Нашим гражданам явно не хватает социальной справедливости. Пренебрежение интересами простых людей происходит сплошь и рядом. И источником порой вопиющей несправедливости являются, к сожалению, представители государственного аппарата. Сегодня же избрали нового председателя. Им стал спикер Мажилиса парламента Ерлан Кошанов. Он отметил, что партия будет держать курс на новый Казахстан. Партия «Аманат» – это общественная опора нашего президента. Партия «Аманат» – это партия реформ и созидания жаңа Казахстан. Еще одним событием можно назвать слияние «Аманата» с партией «Адал». Соединение произошло по инициативе руководства «Адала». Как говорилось ранее, они пошли на этот шаг, чтобы принимать активное участие в строительстве нового Казахстана. Далина Сипова, Нуркен Токмурзин, Информбюро, Нурсултан. Смотрите «Информбюро» на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. «Информбюро», когда нужна честная информация.